В Москве расследуют обстоятельства смертельной аварии на Кутузовском проспекте, где Майбах столкнулся с такси, в котором ехал пассажир. Один из автомобилей, пока не уточняется какой, выехал на встречную полосу. В результате машины столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, погиб водитель такси. Пассажир, которого зажало в искореженном салоне, получил тяжелые травмы. Движение на Кутузовском проспекте в обе стороны было крайне затруднено.